В апреле месяце зашла к нам схема, разработанная Одесс Транс Парк Сервис, на обустройство кармана для парковки возле супермаркета «Два шага». Мы рассмотрели это предложение, выехали на место и с учетом разработанной схемы и всех, скажем так, условий, мы ее согласовали. В тот момент, когда непосредственно администрация начала делать этот парковочный карман, к нам обратились жители, и мы организовали совместную проверку с выездом на место. Во время выезда мы обнаружили, что нарушение было как и по метражу самого кармана, так и, конечно же, было нарушение в расстоянии пешеходной зоны. В пятницу я дал распоряжение, чтобы наше согласование отменили, и буду поднимать вопрос о том, чтобы эту схему отменили, и при условии того, чтобы администрация, если захочет, согласовать эту схему еще раз или захочет там сделать это действительно парковочный карман, были учтены все условия для абсолютно спокойного прохождения там людей и чтобы все нормы были учтены. По ДБНам это 3 метра, а по правилам полиции, ГАИ это 2 метра. Мы остановили, в пятницу мы остановили все работы. И сегодня в максимально коротком режиме мы будем делать все возможное для того, чтобы или восстановить в кратчайшие сроки за счет предпринимателя, или по условии того, чтобы были нормы соблюдены, сделаны все так, чтобы одесситы абсолютно не были ущемлены.